Что там неровно так как? Где? Зеркальце. Клей? Где зеркальце? Ну, напильник какой-то. Драйвер. Драйвер такой? Угу. Дурацкий драйвер. Клей, да? Чего? Я птеродактиль нахуй. Трещинка просто будет. Я думаю, что нет. Надо было погреть хоть чуть-чуть. Для шпионского телефона сойдет. Прозрачная вообще без зеркала, что ли? Очки, блядь, полароид оденет. Вот смотреть, блядь. Даже у Путина такого телефона нет. Же Путин. Хуяпай, какая отвратительная. Неожиданно. Ты потише. И так не громко. Матом-то. Я не проговаривал вслух сейчас. Сказал. Фига сказал. Нет. У меня же глаза болят уже. Ты сказал, уя какая. Фига. Это врезку ты мне сделал, да? Ну чё, ничего. О, вот эту налепошку сделаешь, и у тебя стереофотки можно смотреть. Вот это вот верхняя жагоня. Жагоня, жабе. Подсунь вот туда руку. Еще что-то не доотрывал, что ли? Да тут сдутая стена, посмотри, что под ними. Ничего. Ну, там нет электролитов-то. Так дорожки просто прогорело обгорели бы и все. Зеркало бы в первую очередь пластиковое прогорело. Оно не пластиковое. Вон от чего. Кто-то говорил, что нет, все можно на помойку отправлять. Чего? Ну где драйвер-то открытый, а там радиатор с той стороны. Так радиатор, да. Есть чем увеличить? Есть. Вот я микроскоп, чё? Где смотреть-то? Микроскоп, чуй. Нормально все, ничего там. Точки. Ты накрошил какие-то? Нет, я не крошил, это было. Крошил, ёпта. Точки вон посередине. Вот это вздутое было места, это да. Какие это вздутые? Смотри, нет, все чисто. Вот черные точки, это да, это вздутые места были. Да это ты накрошил просто. Да не крошил я, блядь, оторвал только что. Такое было, точки. А посередине черные точки, они не рельефные даже. Тихо, блядь. Даже не рельефные. Какие точки? Это просто пропуски дорожек. Иди смотри, что ты орешь-то? Разорался. Не помнишь? Я бы, наверное, отдать обещал. Полгода прошло. Для меня ругаются, наверное. Да, вот эти вот. Так это просто пропуски дороже. Черные точки вот тут. Блядь, это твой чем мусор. Показать? Насрал ты. Да не валил я туда! Еще раз говорю. В этих местах я не валил, и тут не валил. Вот это точки посередине, не посередине, они нихуя. А по краям там налипшее что-то. Ну, оно не сдувается, не я валил, и само было уже там. Если бы сгорело, сгорело бы в стекле. Тонко, потому что. Вот оно под стеклом сидит. Нет, там все в порядке.
Сейчас я тебя на телевизор выведу, чтобы ты не заебывал больше своими точками. Сейчас тебе пакет на голову надел, чтобы ты на телевизор не вывел. А то, что ты говоришь, это просто мусор.